Что ни день, то сюрприз, рассказывает новый директор Ивановского цирка Николай Наумов. Ремонт в самом разгаре, и постоянно рабочие сталкиваются с фронтом работ, не внесенным в проектно-сметную документацию. Алюминиевая чешуя на куполе пришла в негодность. ДСП под ней прогнили. Крыша была первоначально сделана неправильно. Большая проблема была в том, что цирк было очень много срезано отопления, кондиционирование, и крыша, неправильно схватилась крыша. При работе практически 40 лет не эксплуатировали нормально крышу. Вовремя нужно было чистить, вовремя нужно на ней смотреть, и крыша пришла в непригодное состояние. Также в ходе ремонта неожиданно выяснилось, что марши входа в цирк находятся в аварийном состоянии. Человек, который осматривал здание, явно делал это поверхностно и смету составлял по самым оптимистичным прогнозам. Сейчас речь уже идет о 400 миллионах рублей, что на 100 миллионов больше первоначальной суммы. Все средства выделяет Росгосцирк. Ради ивановского проекта пришлось заморозить несколько строек в других городах страны. В мае на встрече с директором Росгосцирка Вадимом Гаглоевым Павел Коньков обещал рассмотреть возможность финансовой помощи в ремонте. Бюджет региона он сформирован по текущему году, а речь идет в общей сумме о 300 миллионах рублей, и, соответственно, доля 50 на 50. Поэтому эти вопросы будем обсуждать с общественностью в правительстве. И второй вопрос, думаю, что мы его решим положительно, это поддержка налоговая цирка с точки зрения определенных льгот плате за землю и налогу на имущество. Помощи не последовало, бюджет этого года уже сверстан. Предыдущие руководители оставили Николаю Наумову долги по отоплению. На настоящий момент все задолженности уже погашены. В течение полутора недель начнутся работы по монтажу отопительной системы и системы кондиционирования. В это же время будет проведена замена витражей. Ремонт выполняют профессиональные бригады, около 200 человек, зарекомендовавшие себя в работах на крупных объектах в Питере и Москве. Директор надеется, что к лету следующего года цирк будет введен в эксплуатацию. По моим предположением, что это самый будет пока современный цирк в России. Один из лучших современных цирков в России. Новые технологии освещения, кондиционирование зала, отопление новое, вентиляция, то есть усиленная крыша, то есть уже сделалось не на 5-10 лет, а уже сделалось на века. То есть по новой технологии будет иллюминационное освещение именно купола цирка тоже, чтобы с улицы народ мог увидеть, что это. Сейчас решается вопрос с архитектором, мы ищем подбор краски, чтобы этот цирк в городе была картинка. Предложенное цветовое решение, цирк должен был быть темно-коричневым, Николая Наумова не устроило. По его мнению, здание следует покрасить в более яркий и светлый цвет, например, в желтый. После завершения работ в цирке остров станет вопрос о капремонте гостиницы для цирковых артистов. Первоначально сумма по смете 35 миллионов рублей. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.